Друзья, всем доброго времени суток. Очередная посылка с iHerb, с Америки, которая пришла буквально за считанные дни, благодаря вот этому промокоду. Напомню, что этот промокод — это лучший промокод на сегодняшний день. Он международный — это раз, он пожизненный — это два. И что немаловажно, этим промокодом пользуются работники Новой почты, Почты России и Белоруссии. Казахстан тоже его использует. Почему он многоразовый? Он не просто многоразовый, друзья, он пожизненный. То есть мы можем его использовать много раз вообще на любые доставки с iHerb. Давайте распакуем, посмотрим, что здесь такое интересное. Сразу скажу то, что заказ был связан с тем, что сейчас многие там заболевают. Да, в общем, я взял себе лично то, что считаю, что усилит мой иммунитет. И что немаловажно, скидка очень максимальная. Поехали. Кстати, если вы ранее еще на iHerb не заказывали, друзья, в описании под этим видео будет пошаговая инструкция, которую можете вы себе скачать, поделиться с кем угодно или кому-то ее подарить. Код этот, кстати, хорошо дарить на праздники людям, они очень довольны, потому что скидка очень серьезная, плюс подарки, плюс очень хороший сервис. Итак, что же я беру для иммунитета? Так, такая посылка. Сразу мы получаем подарок. Этот подарок, который мы берем, нам прислали вот только из-за того, что мы заказали этот промокод. По этому промокоду делаем заказ, и очень часто ложат подарки, которых нету абсолютно нигде. А вот на iHerb их делают только из-за промокода. И можно делать и 8, и 10, и 40. Какое надо количество посылок, такое и делаете, и указывайте этот промокод. Поверьте, это лучший промокод. Вот он. Перепишите себе, прямо сейчас сделайте скриншот и его указывайте. Скажите только мне спасибо. Так, что мы имеем? Первое, что немаловажно. Все у нас идет через кишечник и желудок. Это пробиотик. Утром штучка одна и вечером одна штучка. Все, вот так вот принимаем, усиливает иммунитет. Далее, глютамин. Думаю, многие знают, но все считают, что это только для спорта. Нет, принимается он 5-10 грамм в день. Утром натощак 5 грамм. И вечером за 30 минут до сна 5 грамм. Или после тренировки тоже 5-10 грамм. Очень хорошо усиливает иммунитет. Накопительный эффект идет за 2-3 недели. Очень шикарная штука. И сейчас от короны это лучшее, наверное, средство. Так. Витамин D3. Думаю, все в курсе, что это такое. Принимается одно дрожже в день. Магний цитрат, очень легкая форма, применяется она в основном, одна штучка на ночь, друзья, не перепутайте. Хромпиколинат, если у вас есть предпосылки к диабету или кого-то были с ваших родственников, или у вас инсулинорезистентность, одна штучка в день. Л-карнитин, сердце, проблемы, улучшение иммунитета, вот такой карнитин. Я принимаю по 1-2 штучки в день перед какой-то кардио. Даже просто походить, она реально работает. Формула — это L-карнитин тартрат. Напишите, вы такое использовали или нет. Классная штука. Кстати, все, что вы видели, все будет в описании полностью. Так, BCA. Я его принимаю тоже для того, чтобы как бы максимально набить полностью иммунитет свой, усилить. Принимаю просто по 1-2 штучки во время каждого приема пищи. Это тоже альтернативная тема. БЦА тоже 1-2 штучки во время каждого приема пищи. Это лучшие БЦА. Во-первых, они не порошком, это раз. Во-вторых, огромное количество. 200 капсул, 240. Все, ссылки на них будут в описании. Друзья, вот такая вот посылка. Все эти препаратики будут находиться в описании. Но самое важное сейчас понять то, что вот такой есть промокод, его себе сохраните, это лучшее, что есть на сегодняшний день. Если вы не делали раньше заказы, друзья, в описании под этим видео есть пошаговая инструкция, как сэкономить, тоже пошаговая инструкция, поэтому в описании под видосиком читайте, себе этот промокод сохраните. И каждую посылку, абсолютно каждую, вы, родственники, кто-то еще, неважно где вы живете, указывайте всегда этот промокод, и будет вам счастье, поверьте, это того стоит. Друзья, всем хорошего дня, не болейте, улыбайтесь, позитива от души и напишите комментарий прямо под этим видео.